Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Джадмент. А у нас тут апокалипсис. 41-й день уже идет. Пытаемся с ним бороться, как можем. А может, не знаю, может быть, предстоит просто ужиться с ним, да воспринимать его как должное, не знаю. Торговец. Мутная компашка выживших появилась на окраине вашего лагеря. Какой раз? А у меня металлолома 416 единиц. Ну, посмотрим. Может, чего-то полезного. Огурцы соленые, мистическая лоза, хлеб, лекарства. Вот лекарства были бы, конечно, бы не лишними, но только стоят они уж очень дорого. Защитное распятие гарантирует кратковременную, но чрезвычайно мощную защиту даже от самых могущественных демонов. Замечательно, наверное, но стоит очень-очень дорого. Светошумовая граната против демонов. Снаряжение охотника. Способность инстинкт охотника цели на себя. Точность плюс 60. Хорошая штучка. А инстинктом охотника у нас Марта вот обладает сама по себе, если я не ошибаюсь. Ну да ладно. Что там еще? Броня святого. Но требуется навык редкая святая броня. А у меня еще этим навыком никто не обладает. Узи. Урон 16. Скорость атаки очень уж хороша. Но дальность. Дробовик. Редкое огнестрельное оружие. Металлический доспех. Я, наверное, воздержусь от покупки. Хотя, может быть, нет. Я приобрету лекарство. Торг. Да? Угу. И что ж, главная задача у нас — это связь с военными. Как и в прошлый раз, так и в этот она остается нашей главной задачей. Нужно найти секретную военную базу где-то на севере-западе. А я отыскал на севере только базы таких же выживших и отчаявшихся людей, как и я. Ну, я-то не отчаялся, а вот они все время просят о помощи. Ну, не все время, но один раз просили. Из-за этого я чуть не угробил свою базу. Где же все-таки на северо-западе? Где? Где эта военная база? Может быть, все-таки здесь еще лучше что-то? Вот где эти пятна поискать? Может быть, что-то здесь будет? Может быть, в эту сторону? Не знаю, посмотрю. Соберу экспедицию, непременно, конечно же, отправлю. Отпущу я паузу пока что на самой обычной скорости, потому что все со временем забывается, и чем я занимался пару дней назад, я уже не помню. Так, ну, забор строят. Ограда наша растет. Угу. Надо как-то будет ее похитрее замудрить, завертеть, чтобы уж очень было им трудно добраться до нас. А мы здесь как-нибудь построим чего-нибудь, может быть, вышки или мешки, те же самые защитные барьеры какие-нибудь, чтобы отстреливать их и не допустить на нашу базу. Потому что нападение становится все как-то опаснее и опаснее. А терять выживших не очень-то хочется. Руки нужны. Тем более, с каждым уровнем руки у них становятся все золотее и золотее. Строительство. Защитная башня. Внутри башни защитники обороняются намного эффективнее. Но нужно навык защитная постройка. Навык защитная постройка. А кто у меня обладает этим навыком? У нас проблемы с едой, пища на исходе. Это плохо. Навыки. Строительство. Может построить защитные постройки. Но это нужно ее раскачать. Черт побери. Это еще не скоро будет. А кто у нас еще может строительством заниматься? Макс. Макс, ты тоже можешь. Ну, ты тоже можешь, но ты же ходишь с нами, да? Тебе бы как бы лучше урон и какое-нибудь оружие прокачать. Святое или, может быть, темное, не знаю, решим. Но, наверное, нет. Со стройкой, наверное, нет. Кто еще? Гарри, может, ты? Нет. Строительство. Хизер.
Хорошо, Хизер, Хизер. Но ты, конечно, незаменимый человек при исследованиях. Да. Ладно, Эрик, Глен. В общем, Энди, упор делаем на тебя в строительстве. Надо будет это все запомнить. Исследования. Что там по исследованиям? Орошение, может быть, кожевничество. Оповещение. Садоводство. Ну, нужно добывать, идти добывать материалы исследований. Как ни крути, но упирается все. А здесь даже не нужны материалы исследования. Здесь нужен набор исследования. Но где его взять, я даже не видел. По металлическому оружию здесь тоже требуются материалы исследования. Оккультизм. Чего нет? Ковка душ. Ну, не знаю, этот брелок. Нужен он мне или нет. Адская кузня. Изготавливает предметы из материалов, пропитанных темной магией. Может быть, же интересная штучка. Лук. Знаешь, пожалуй, я, наверное, изучу темную магию. А может быть, святая магия? Зачем вдруг в темную-то ударяться? Может быть, святая? Там святая кузня. Святые предметы, могила какая-то, души павших товарищей могут помочь при добыче дьявольской эссенции даже. Святая вода, материал для производства большинства магических предметов. Но опять же, редкая святая броня, навык. Нет, ну можно там темное, белое чередовать. Не знаю, изучу я все, все изучил. Посвящу я темной магии себе. Хотя, не знаю, может, зря это все сделал. Мне просто заинтересовал демонитовый лук. Ну. При ударе под чарами длительность, что это такое? Ладно, разберемся. Производство. Что мне нужно для производства этого лука? Мне нужна смола, опять же. Мне нужна смола. И вот, слушай, а у этих торгашей смолы нет? Нет, они пришли без смолы. Только соленые огурцы, хлеб, лекарства. Ладно, все. Занимаемся своими обычными делами. Не отвлекаемся. Здесь почему-то никто не хочет ничего строить. Создать задачи. Вот это вырубить. Вот это вырубить. Достроили? Достроили. Ну, надеюсь, у нас с овощами все наладится. Производство. Давай-ка, что там? Произведем хлеб. Кстати, что там по... У меня изготовились металлические доспехи. Требуется помощь. Кого-то неподалеку преследуют враждебные существа. Отправьте группу ему на помощь. Возможно, он захочет присоединиться к вам. Возможно. Возможно, мы пойдем, а возможно, мы не пойдем. Вот что. Потому что, не знаю, очень уж там все очень плохо освобождать вас. Но у нас есть Глен, который очень хорошо развит в собирательстве. Может быть, он... все это сделает быстрее и вскроет клетку. Не знаю, сейчас посмотрим. Паузу. Ян. Кевларовый жилет, ты в нем и оставайся. Потом, Берта, держи металлический доспех. Подожди. Держи металлический доспех. Ян. Что-то, прости, не то тебе поставил. Глен, наверное, тебя будут очень сильно бить за то, что ты вскрываешь эту клетку. Держи этот доспех тоже. Кто там со мной еще идет? Макс, ты в куртке, да? Макс, ты в куртке. Может быть, лучше сменить это все?
Нет, ну это, конечно, снова в моде, это все понятно, кожаная куртка, но здоровье-то и уклонение самодельный доспех даст больше. И вот эту вот штуку сними и возьми щит, на всякий случай. Ян, блин, у меня нет щита, что ли? Бери аптечку, Ян, ты будешь лечить нас. Марта, у тебя все нормально? Так. Ну хорошо, допустим. Скорость исследования, дальность разведки, точность. Улучшает, блин, ну стоимость такая-то высока-то. Ладно, попробуем справиться и без этого. Хорошо, мы отправляемся на карту мира. Я не знаю. Блин, но это будет, наверное, очень трудно, но лишние руки не помешают. Потому что все же дальше и дальше отходишь от базы, а вдруг не успеешь вернуться. Ну все, приготовились. Первая группа. Демон. Вот так, да? Сразу демон. Времени на раскачку нам не дают. Марта сюда. Макс. Гарри, давай сюда. Ян, Берта, идемте со мной. Ах, вот и клетка, да? Вот и клеточка рядом. Слушай, ну такая позиция неудобная. Одержимый демон. Спокойно. Марта. По одержимому. Макс. По одержимому. Демона бьем. Разворачиваем его. Спинкой к лучникам. Отлично. Собрались все вместе. И топаем. Топаем до клетки. Блин, ну перед тем, как ее вскрывать, лучше бы занять позиции. А как будут нападать? А? Кто знает, как будут нападать? Макс, нет, и стой здесь. Марта. Блин, стой здесь. Гарри. Не знаю, становись здесь, допустим. Приступай, вскрывай. О, ну заметно, он быстрее вскрывает, конечно. Заметно быстрее вскрывает. Кто к нам? Одержимый суккубчик. Хорошо. Марта, ты видишь его? Макс, а ты что спишь? Тоже стреляй. Можешь даже по одержимому. Марта, одержимого. Ой, Марта страдает, конечно. Марта, блин, инстинкт охотника. Забыл я про инстинкт охотника. Гарри, ой, Глен, какой ты все-таки молодец, а? Какой ты молодец. Я помню, когда мы вскрывали прошлый раз, это было так тяжко. Мы просто 4 волны атаки протерпели. Леонард, это что такое замечательное имя? Оборотень, вот тебе Леонард и привет от оборотней. Все назад. Гарри по жнецу, Марта... по жнецу, Глен по оборотню, оборотень, Ян оборотень. Черт побери, Марта отставить. Сюда. Так, проблемы, Макс. Оборотня.
Так, все, на выход, побег, бежим, бегите все, и как можно быстрее. Макс, а ты что спишь? Тебе что, особое приглашение? Бегом, смотрите на Глена, вот берите с него пример, как он быстро бежит. У нас есть теперь Леонардо. Слушай, а полезная штука вообще, вот собирательство прокачанное, Глен просто молодец. Вот красавцы эти оборотни, я прям не налюбуюсь на них. Леонардо, теперь ты с нами. Добро пожаловать в команду. Кто не работает, тот не ест, учти. Обычная скорость. И что? Леонардо, научные исследования, да? Фермерство, оккультные науки. Но лучше заниматься тебе научными исследованиями, да? Ну, это все ставим сюда, в приоритет. Строительство тоже чуть поближе. Хорошо, будешь у Хизер на подхвате. А навыки, исследование, механическое оружие, производство, стрельба, темное оружие, уклонение, фермерство. Исследование. Наверное, все-таки в производство ты пойдешь в первую очередь. Ладно, посмотрим. Надо тебя приодеть. Совсем у тебя ничего нет. Держи кожаную куртку. Посох. И все. И пока что хватит. И приступай за работу. И что там? Сколько нас уже? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 человек. Мама дорогая. Время 18:22. Заметность базы 45. Колонии. Это уже начинает настораживать. Так, я вот думаю, строительство. Может быть, вот так еще построить. Мешочки. Вот что. Скорость исследования. Видеть дальше. Скорость путешествий. Давай, наверное, проведем этот ритуал, потому что, не знаю. Я думаю, что пойду исследую близлежащие земли. Все-таки нужно найти эту военную базу. Ну, я не знаю. А может быть, не нападут. Может быть, нам повезет. Посмотрим. Что там с нашим укрепрайоном? Строится. Понемножку, но строится. Строительство. Колья. Пища растет, значит, все нормально. Жизнь налаживается. Исследования основные. Может быть, все-таки изучить орошение. Полив минус 10%, наверное, будет не лишним. Все ж экономия какая-то. Блин, ну скоро нападут. Так, хорошо, это все построено. Леонардо. Я вот думаю, может быть, все-таки тебе лучше... Нет, лука больше у меня нет. Может быть, пистолет или аркебузу дать тебе в руки? Да, наверное, так. Карта мира, производство, управление колонией, режим планирования, обороны. Леонардо, ты где? Ты будешь стоять здесь, запомни.
запомни это место. Кенни, у тебя есть место? Энди, ты будешь стоять здесь сейчас. Вот здесь. Все. Продолжаем. 2 часа ночи. Запрос ресурсов. Да ну вы что, вам то помощь нужна, то тебе ресурсы, что ли? Гонец из поселения Кровавые Поля прибыл со срочным запросом. У них заканчиваются припасы и не просят помощи. Вы вообще нормальные люди, а? Зачем я вас открыл? Чтобы вы мне создавали дополнительные проблемы, что ли? Согласиться помочь? Что вам нужно? Доски, кирпичи? Нет у меня досок. Согласи, я соглашусь помочь, но... Пока что у меня нет досок, вот в чем проблема. Что, быстро сделать доски, что ли? Ну, давай, хорошо. Блин. Производство, подожди. Подожди, не спеши. Наделаем досок. Наделаем досок, хорошо. Надо бы и бревен подрубить чуть-чуть. Это совсем не помешает. Что там с досками? 20 уже. А надо 30. 22 доски. Все. Так, 7 часов. Что это такое? Улучшенное ориентирование. Мне бы отправиться сейчас в путь, а вы со своими досками. Производство. Леонардо, ну быстренько сделаем доски. Скорость. 27. 28. Блин, бросили. Энди подключилась. Вот Энди, молодец. Запросы. До вас дошли слухи, что в поселении Кровополя настал тяжелый период. Блин, отстаньте от меня. Тяжелый период. Все. Они устали ждать и бросили это дело. В общем, отправляемся. Отправляемся на поиски ресурсов. Там нашим поселенцам есть чем заняться, а мы сейчас по-быстрому чего-нибудь полезное отыщем. Враги приближаются, замечательно. Отыскали мы ресурсы. Автобой. Сера, шкурка, консервы. Назад и как можно быстрее. Атака неминуема. Ну что ж, встречаем. Так, у меня появился щит. Я думаю, что этот щит Леонардо будет не лишним. Грен, какой ты молодец, какой ты собиратель. Благодаря тебе я теперь полностью обеспечен водой на долгие годы вперед. Я не знаю, на тысячелетие, наверное, скоро буду обеспечен. Режим обороны. Активировать, да. Активировать все по местам. Макс уже стоит на месте. Какой молодец. Максимка. Так, никто у нас не забыт. Никто не брошен. Так, все по местам. Гарри на место. Так, стоять. У нас здесь лучники без... Без места. Эрик. Остановись-ка. Нет, не копать. Остановись-ка защищать. Хизер, подойди сюда. Куда-нибудь. Нападение. Все, мы вооружены. Демон. О, ничего себе, какая огромная толпа идет отсюда. Ничего себе. Так, а ну быстренько прячемся куда-нибудь. Марта. Нет, надо подпустить их поближе.
подпустить поближе. Марта. Марта по жнецу. Кто еще? Жнец. Что-то жнецов многовато. Ян, уйди оттуда. Уйди оттуда как можно быстрее. Так, демона нет. Теперь бы со жнецами разобраться. Глен. Гарри. Марта. Хорош. Хорош. Вот эти вот у меня еще ближний бой. Идите хоть с демоном разберитесь, а тут вам совсем будет стыдно. Перед народом ничего не сделали. Давайте, втроем, быстренько. Раз, два, три. Хотя бы опыт какой-нибудь завоюете. Так, суккуба уже нету. Макс по жнецу, Марта по жнецу. Расправились, нет? Вроде бы да. Хорошо. Состав группы не уменьшился, и это меня радует. У нас демонит. Атаки все опаснее и опаснее становятся. Так что строиться, ребятки, надо быстрее. Леонард, ты уже прям начал, да? Вот прям уже начал. Производство, Леонард, производство. Так. Ну что ж. Как ваше здоровье? Здоровье, в принципе, ничего. У Берты небольшие проблемы, но я думаю, что это не страшно. Идем на добычу ресурсов. Идем на добычу ресурсов. 307. А ну-ка, я загляну на базу по-быстрому. Может быть, чего-нибудь полезного, а? Удачная находка хотя бы. Пускай будет. Пускай проведут ритуал «Удачная находка» и займитесь, в конце концов, строительством. Хотя этим они и занимаются. Но есть еще места у нас недоделаны. Их много. Вот так. В общем, занимайтесь. А я пойду, найду, не найду военную базу, посмотрим. Автобойчик. Замечательно. У Яна даже опыт. Вот, наверное, ножом своим даже не пошевелил. Так, слушай, ну давай-ка, наверное, вот сюда, а это уже на обратном пути. Это уже на обратном пути. Что такое проблемы с едой? Пища на исходе. Надо вам контейнеры изготовить. Все же будет хорошо. Потребление пищи снизится на 50%. Это будет замечательно. Кто здесь? Здесь те, которые нам нужны. Где же все-таки эта военная база? Северо-запад. Герта. Вот получается, кто первый стоит у нас, тому больше всех и достается. Ну, здесь, в принципе, тоже не должно быть каких-то особых проблем. Сейчас просто проверю. Хотя земля уже и другая. Автобойчик. О-о-о-о-о-о. Страдают они без опытного моего управления. Ну, как-то не очень хочется вручную переключаться, мне и так хватает. Госпиталь. А здесь лекарства. Вот этого не было, этого госпиталя я не встречал на этой земле. Мне бы, конечно, еще не помешали и школы. А их здесь прям рядышком три, да еще вот какая интересная. Но это все-таки, наверное, чуть позже, воздержусь. Много чего хочу, но, блин, если сразу полезть в это, то можно и ножки не унести свои. Автобой. Берта, ай. Нет. Давай-ка сюда. Чё-то мне там не очень нравится. Вот на этих землях как-то попроще, но, блин, за Берту надо уже переживать. За Берту нужно переживать. Я прям не знаю.
Можно как-то вас местами поменять, а? Автобой. Но здесь все проще. Еле-еле дрогнула шкала ХП, поэтому все нормально. Консервы, дровишки, все это пригодится в нашем хозяйстве. Кирпичи тоже, за кирпичами мы обязательно зайдем. Обязательно. Опыт два кирпича, мама дорогая, два кирпича мы нашли. Вот интересное, интересное место со знаком вопроса. Чего-нибудь можно. Слушай, ночь на дворе, поэтому мы сейчас будем страдать чуть больше. Вот Берти достается. Аркебуза. Аркебузы, аркебузы. Ну давай дальше. Жаль, конечно, поселенцев. Я так старался приготовить им... Ну, блин, вы же видели. Я старался приготовить им доски. Я очень старался. Но нет. Они не дождались. А могли бы чуть-чуть подождать, и были бы у них дощечки. Но не захотели. Блин, сколько их много. Помидорки. Зато помидорок насобирал. Давай сюда. Что это такое? Удачная находка, да? Ну и хорошо. Берта, ты только не вздумай. Я что-то переживаю за Берту. Прям уже, не знаю. Может, не стоит соваться дальше? Там, блин, какой-то небольшой пинок и все. Давай я, наверное, вернусь назад все-таки. Вернусь назад. Эрик, требуется помощь. Кто-то неподалеку преследует враждебные существа. Отправьте группу ему на помощь. Возможно, он захочет присоединиться к нам. Хорошо, слушай, хорошо. Ну, блин, с Бертой проблемы-то. С Бертой проблемы. Может, кого-то другого взять? Или вылечить ее? Берта, ты где? Лечить? Ян нет, Берта да. Слушай, расход лекарств большой. Стоит ли это того? Мы чуть-чуть уменьшим. Или не стоит, или заменить ее просто кем-нибудь другим. Кто у нас там? Гарри. Гарри, ты... Слушай, Гарри, ну я добавляю тебе винтовки. Я добавляю тебе винтовки. Кто еще? Макс. Макс священник. Давай-ка просто пока урон. Давай пока просто урон. Кто еще? Все. Берта, ты вообще думаешь лечиться или нет? Вот. Вот так уже лучше. Слушай, она вылечилась прям по полной. Собираемся, отправляемся за выжившим. Лишние руки не помешают. Лишние руки, лишние глаза и все остальное. И все остальные члены тоже не помешают. Время утро. Время утро, что будет все хорошо, наверное. Главное, что с нами Глен. Главное, что с нами Глен. Главное, что я вижу эту клетку уже. Так, спокойно. Кто там? Жнец, оборотень, одержимый, мама дорогая. Сколько их много? Сколько их много. Марта, а ну-ка проведи свой обряд.
Хорошо. Марта, по одержимому. Гарри, по жнецу. Глен, по жнецу. Макс, по одержимому. Ян, бери оборотня на себя. Блин, будут проблемы. Хорош. Берта, гончую. Ян, гончую. Гарри, одержимый, одержимый, одержимый. Глен, Макс страдает, черт побери. Макс, уходи. Хорош, да? Все, их нету. Макс, вернись назад. Ян, лечи Макса, лечи Максимку. Знаешь, наверное, еще лечи его. Ой-ой-ой-ой, будет, возможно, трудно. Смотря откуда будут нападать. Одержимый идет. Где он задержался, этот одержимый? Гарри, Марта, Макс, Глен. Черт, ничего себе, вот это мы пришли. Совсем не радуют меня вот такие повороты. Берта, давай сюда. Хорошо. Глен, открывай. Глен, открывай. Мешает кто-то, что ли? С какой стороны нападает? Угу. С этой все на эту сторону. Оборотень, оборотень, призрак. Марта. Оборотня. Макс, оборотня. Гарри, давай, стреляй. О, черт побери. Вот черт побери. У нас могут быть проблемы. У нас могут быть проблемы. Берта, оборотня. Гарри. Читай. Я нам тоже все плохо. Одержимый. Макс по одержимому. Гарри тоже. Ян, отойди. Отойди, 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 отойди. Хорош. Глен, давай быстрее. Ты же можешь это делать быстрее. Аннабель. Ну не знаю, успеем мы сбежать или не успеем, но Аннабель с нами. Аннабель с нами. Нам-то бежать тут совсем не чуть-чуть. Быстрее, у нас даже преследование. Оборотни шевелят своими волосатыми лапками за нами. Быстрее, быстрее. Аннабель, ты спасена, ты будешь 13-я. Надеюсь, ты будешь, принесешь нам счастье. 13-я. Назад. Возвращаемся назад. База. Аннабель. И кто же ты у нас такая-то? Навыки. Академик. Библиотекарь. Скорость исследования. Скорость оккультные исследования. Плюс 60. Нормально. Нормально. Оккультные исследования, говоришь, да? Уклонение. Стрельба, производство, темное оружие, фермерство. Хорошо. Что там по приоритетам? Опять же эти у нас исследователи, а? Опять же эти исследователи. А кто у нас оккультными науками любит заниматься? Рос. Рос, ну будет у тебя заместитель, наверное. Будет заместитель. Ладно.
продолжаем. 32, да, 32 у нас заметность базы. Что там? Строимся. Аннабель, ты уже не влазишь мне в этот самый экран. Хватит, столько много выживших уже достаточно. Что тебе дать? Пускай будет у тебя тоже аркебуза. Самодельный доспех тебе надену. Больше у меня ничего нет. Кстати, защитное заклинание надо будет. Надо будет кому-нибудь его с собой таскать. Ян, да Ян, лечись. Спи спокойно. Не тревожьте Яна. Что-то у нас со стройкой все плохо. Сколько бревен? 72. Слушай, доски надо делать, кирпичи надо делать тоже. Занимайтесь этим делом. Может быть, начать изготавливать сумки-холодильники? Штучки 4, да? Вот сейчас можем сделать производство. Приоритеты. Чтобы они брали с собой еду, чтобы она у них не портилась, и чтобы они меня не доедали вот этой своими проблемами. Давай сюда. Доски на второе место, кирпичи на третье, пускай так и будет. Лом тоже сюда, куда-то рядом. Еда само собой. Так. Строительство. Колья так. Все, вам есть чем заниматься на долгое время. Я думаю, может, ритуал скорость путешествий снова проведем. А? Ту-ту-ту-ту-ту. Производство. И свиток чар обязательно один нужно сделать. Обязательно. С досками проблема опять. С досками прям беда. Делать и делать их. Делать и делать. Так, вот здесь нехорошо получилось совсем. Здесь была глина, но сейчас ее нет, поэтому можно, но нечем. Можно, но нечем. Ну, пускай пока останется такая калиточка. Аннабель. Хотя бы какой-нибудь боец пришел. Уже 13 человек. 13 выживших. Ну, это хорошо. Жаловаться не будем. Но лишний рот — это лишние проблемы. Нужно больше помидорок. Нужно больше всего хлеба. Всего побольше. Берта, Энди. Кто это апнулся? Берта, мой защитник. Ближний бой. Слушай, ну я не знаю, может быть, тебе стоит... Ближний бой — это хорошо, конечно, Берта. Или все-таки ты хочешь ближний бой? Защита в ближнем бою тогда пускай. Давай сделаем так. Тогда сделаем защиту в ближнем бою. Вот уж... Девчонка досталась. Сорви голова. Вместе с Яном просто на амбразуру. Не любит сидеть в засадах. Сразу вот так. Нож в руки. И вперед. 18.04. Ян, как здоровье? Я думаю, что знаешь, что хватит сидеть. Давай на карту мира. И вот что здесь? Здесь у нас, конечно, проблемы. Здесь проблемы, здесь нас будут очень сильно обижать. Пойдем вот эту сторону зачистим. Пока еще никто на нас не напал, поэтому зачистим. Слушай, ну где же все-таки военные? Мне нужно отыскать этих военных. Прям не могу. Так, хорош. Дерево, все это будет нам не лишним. Легче вот добыть вот это в рейдах ресурсы, чем своими ручками. Поэтому мы здесь.
консервы, стрелы, все это хорошо. Помидорки. Помидорки. О, скорость увеличилась. Замечательно. Автобой. Так, ну давай-ка сюда, наверное. Хотя сюда, а что сюда-то? Вот мне медь, это она сейчас-то толком-то и не нужна. Потому что я не знаю, что с ней делать, с этой медью. Автобой. Но зато... Что здесь? Опли, компоненты оружия. Так, нет, я пока пройду, потому что я вижу там тоже зеленую территорию. Я просто пройду сюда. Что здесь? Вот. Вот это как раз для нас. Автобойчик. Здесь что? Металлолом, доски, пшеница. Все, займемся уборкой. Но нужно, конечно, как-то собираться и идти искать эту военную базу. Хочешь, не хочешь, но нужно это делать. Вычеркиваем всех. Серо, шкурки, консервы, аркебуза. Слушай, сколько мы оружия нашли уже. Просто тьма тьмущая. С едой проблема опять начинается. Ну а как им не начаться? Столько человек. 13 человек. А ну-ка прокорми их всех. Все консервы переели. Сколько хлеба я напек? Все съели. На год бы хватило, а они это за месяц все съедают. Шерсть, консервы. Что здесь? Что здесь? Глина. 2 часа ночи. А мы где-то бродим. Стычка. О, стычка это хорошо. Стычка это хорошо. Это так прям так быстро стычка, что ли? Сразу. Ян, а ну-ка на оборотня. Берта, на оборотня. Почикайте его. Вот и вся стычка. Немножко опыта с этой стычки. Эктоплазма и все такое. Но как с самого начала эти жнецы доставляли мне проблем? Я думал, просто это непобедимый враг какой-то. А сейчас вот они со временем, видишь, научились с ним бороться. Что здесь? Я думаю, может заворачивать уже. Заворачивать и направляться в ту сторону. Автобойчик, конечно. Гарри просто дико получает опыт, но он же не так давно к нам записался в группу Минотавры. Ого, сколько вас. Даже Берта немножко потеряла свои драгоценные капли крови. Консервы, доски, консервы. Ну давай, давай. За еду мы всегда готовы. Еда нам нужна. Торговец, мутная компашка. Мутная компашка. Автобой. Что нашли? Консервки, да? Консервки. Так что там? Что вы хотите от меня? Набор исследования. 2000, да ну ладно. Угу. Сообщение в бутылке. Используйте, чтобы найти выжившего, нуждающего в помощи. Так его еще спасти потом надо будет. Маскировочный жилет. Можно найти при сборе ресурсов. Здоровье, уклонение, дальность обзора. Ну прикольно, но не знаю.
Дьявольское топливо. Субстанция при потреблении внутрь, дающая огромные краткосрочные возможности, побочные эффекты неизвестны. Да ладно, пейте тогда ее сами, раз неизвестно. Композит. Интересно, композит. Композит мне нужен, но он стоит дорого. А для производства мне он нужен только один или нет? Ладно, если дождетесь, то я, возможно, сейчас приду к вам. Тем более, что у меня металлолом-то есть, я его насобирал сейчас. Это что было? Чего я сюда полез? Зачем? Демонов-то сколько? Если бы я знал, что здесь столько демонов, я бы ни в жизнь не полез. Все, давай назад возвращаемся. Быстрее возвращаемся назад, спать, отдыхать. Школа. Вот куда можно сходить и забежать. Быстрее на базу. 53, да? Слушай, ну прям с пищей немножко полегче, когда мы пришли. Обычная скорость. Торговцы. Для производства этого меча... Нет, подожди, не меча. А для чего мне нужен был композит? Исследование. А я уже не помню, для чего мне нужен был композит. А я не помню. Производство. А, вот для чего. Для металлического щита. Так, здесь нужно 12 штук этого композита. Его так не накупишься. Не знаю. Знаешь, вот набор медика, наверное, приобрету и на этом успокоюсь. Все, продолжаем заниматься. Как ни в чем не бывало. Аннабель, ты знаешь свое место, когда на нас нападет враг? Что ты будешь делать? Строительство. Давай что-нибудь построим, что ли? Чтобы Аннабель знала свое место. Управление колонией, режим обороны. Аннабель, ты будешь стоять здесь. Производство. Давай-ка, наверное, хлеба наделаем, что ли. Совсем не помешает нам. Доски, конечно, и кирпичи тоже. Разведка. Вблизи вашей базы были замечены вражеские разведчики. Вы должны уничтожить их раньше, чем они. Хорошо. Я не против. Только у нас проблемы со здоровьем. Мы на демонов только что залезли. Карта мира. И что делать теперь? Блин, проблемы будут, мама дорогая. Ну, не знаю. Попробуем. Ну, что-то мне кажется, это... самоубийство. Гончая суккуб. Марта, по суккубищу. Глен. Суккубищу. Гарри, по суккубищу. Блин, проблемы. Ян, давай-ка суккуба бей. Так, хорошо. Гарри, жнец. Марта, жнец. Глен, гончая. Макс,
Жнец. Проблемы. Проблемы. Проблемы у Гарри. Одержимый. Макс по одержимому. Глен. Гарри, беги куда-нибудь. Ну, застрелите его. Фух. Возвращаемся назад. Кто там апнулся у нас? Аннабель? Аннабель. Даже не знаю, что с тобой делать, Аннабель. Механическое оружие. Стрельба. Точность. А чем полезна ты будешь? Ну, оккультные исследования, наверное, все-таки. Да? Хотя, блин, зачем? У нас этих оккультников. Не знаю, подумаем над тобой, что с тобой делать. Отношения улучшились, отношения с поселением Кроваева. Ну и замечательно. Мне от этого какая польза, что у нас отношения улучшились. У меня тут свои проблемы. Знаете что, я, наверное, на этом месте сохранюсь. Скажу вам спасибо, что смотрели меня. И пока-пока. До новых встреч в нашем вот этом вот поселении. В общем, пока.